Кормление декоративных пони для 8-летней Маргариты Силаевой уже стало традицией. Две красавицы Фалабеллы с радостью принимают угощение из рук девочки. Но главным другом для Риты стал конь Абрек, благодаря которому диагноз ДЦП уже стал растворяться на фоне радостных впечатлений и пользы от лечебной реабилитации и по терапии. Я чувствую энергию. Радости к лошади, мне нравится кататься, делать упражнения, ездить рысью. А управлять лошадью, когда она идет рысью, Маргарите удается замечательно. Несмотря на то, что в этот момент активно работают мышцы спины и ног, дискомфорта девочка не испытывает. Юная наездница с каждым разом старается совершать новые маневры и улучшать технику езды. И с этой задачей Рита справляется, отмечает ее тренер. Маргаритка пришла к нам 2 года назад, очень быстро привыкла к седлу. Правильно выполняет мои указания, упражнения делает очень хорошо. И тут же сразу соревнования выигрывает первые, вторые, третьи. Она у нас абсолютная чемпионка города по паралимпийской выездке в категории «Дети». И не только заслуги Маргариты радуют родителей, сколько тот факт, что дочь стала увереннее держаться на ногах. Улучшилась походка, да и настроение у девочки всегда на высоте. Мы постоянно ходим на тренировки и в те недели, и на выходные дни берем индивидуальные занятия. И это нравится, и она вот как самочувствие у нас намного прогресс пошел, нежели мы были, ну, как когда не ходили. То есть, ну, мы другими видами занимались, но вот лошади нам дали более такую вот, как сказать, силу в жизни, вот, в борьбе с ее болезнью. О пользе ипотерапии говорили еще античные врачи. Гиппократ утверждал, что езда верхом позволяет выздороветь быстро. А в случае ДЦП такая реабилитация приносит положительный эффект не только в моторике и координации, но и позволяет обрести уверенность. Словно в подтверждение этого Маргарита делится планами. Она уже нацелена на новый вид конного спорта – конкур. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.